23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое название праздник обрел в 1993 году. С тех пор в этот день принято чтить память солдат, погибших в военных действиях. В парке имени Пушкина, станице Северской, память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала «Вечный огонь». В поселке Черноморском торжественно-траурное мероприятие прошло в сквере Победы. Отдать дань памяти прибыли почетные гости. Жительница блокадного Ленинграда Нина Веривская и ветеран Великой Отечественной войны Александр Павлович Кичик. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоялись во всех поселениях Северского района.